Всем привет! Телеведущая Ксения Собчак впервые поделилась в сети фото своего нового дома премиум-класса, строительство которого она затеяла год назад. Площадь особняка из финской северной сосны внушительная – 1000 квадратных метров. По предварительной оценке стоит такой коттедж около 40 миллионов рублей. Дом звезды сооружен по особой схеме – из неосаживаемого бруса с применением технологии нулевого угла и комбинации бруса и каркаса. В итоге получился современный деревянный коттедж, в котором сразу же после завершения строительства можно приступать к отделке интерьера. Возведение особняка Собчак доверила профессионалам своего дела, компании с большим опытом работы и подтвержденной репутацией. Сотрудники фирмы коротко рассказали, каким будет дом знаменитости. Коттедж полностью экологичный, из натурального дерева, как правило, из финской сосны. Здания из этого материала очень прочные, долговечные, прекрасно сохраняют тепло. Кстати, интерьер с использованием дерева даже снижает уровень стресса. У нас было уже несколько встреч с Собчак. На данный момент находимся на стадии архитектурного проектирования. Она выбирает этажность, планировку, точное расположение мебели. В доме будут терраса, бассейн, несколько спален, просторная гостиная, возможно, баня или финская сауна, отметили специалисты. Звезда планирует жить в особняке с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном. Поскольку мальчик с ранних лет занимается плаванием, в новом жилье звезды отведена огромная площадь под бассейн. Уже сейчас представляю, как начинаю свое утро с заплыва, который освежает мысли и будет тело. Не менее важен бассейн для Платона, ведь он с самого раннего возраста плавает лучше меня, поделилась Собчак. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!